Добрый вечер, пан Вотерба. Моя фамилия Гималай. Знаю, слышал, приходите за... Нет, пан Вотерба, займитесь, пожалуйста, моим делом. У вас все равно нет всех нужных справок. Приходите за... Нет, займитесь, пожалуйста, моим делом. Сегодня у меня все нужные справки есть. Я не первый год по командировкам. Мотаюсь, так что займитесь, пожалуйста, моим делом. Сегодня. Когда родились? 10-го по-старому, 23-го по-новому, августа 36-го года. А справок-то нету, приходите за... Займитесь, пожалуйста, моим делом. Сегодня все нужные справки есть. Вот, пожалуйста, что 10-го по-старому, вот что 23-го по-новому, вот что августа, вот что 36-го, а вот что года. Чем болели в детстве? Свинкой, ангиной, гриппом, коклюшем. А справок нет, приходите завтра. Займитесь, пожалуйста, моим делом сегодня, пожалуйста, вот справочка, что вы ангиной, вот что гриппом, вот что коклюшем. А инфаркт у вас не было? Как же, да? В детстве? Не в детстве. Ой, хорошо. Поздравляю. Хорошо. Вот принесите справочку и приходите завтра. Займитесь, пожалуйста, моим делом. И сегодня вот у меня справочка, что не было инфаркта, вот что не было инсульта, а вот что не было гипертония. Так, с этим вопросом ясно. За границей были? Нет. А где именно? А что где именно? Где именно не было? А, нигде. Расплывчатый ответ. И нет подтверждающих документов. Так что приходите завтра. А займитесь, пожалуйста, моим делом. Сегодня вот у меня. Вот у меня справочка, что не был во Франции. Вот что не был в Англии. Вот что не был в Италии. А в Зинзибаре? А это а вот. Замбили. А это вот. А вот. Но мне нужна справка, что вы делаете. Вы не дослушали, какая именно справка мне нужна. Пан Вотерба, у меня на все случаи жизни есть справка. Так, ваша взяла. Но мне все эти справки нужны в двух экземплярах. А. Так что приходите. Займитесь, пожалуйста, моим делом. Сегодня вот у меня все справочки, пожалуйста, вот эти вот в двух экземплярах. А дома у жены у меня еще есть третий экземпляр на всякий случай. Значит, вы женаты. Поздравляю. Поздравляю. Вот вы принесите справочку, что вы женаты. Приходите завтра. Займитесь, пожалуйста, моим делом сегодня. Вот справочка, что я женат. Вот что на женщине. Вот что я ее муж. А вот что мы муж и жена. Так. А на других женщинах вы не были женаты? Что, по-моему, нет. А справки есть? Какие? Что вы не были женаты на других лицах женского пола. Вот вы у каждой женщины возьмите справку, что вы не были на ней женаты. И приходите завтра. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ooh. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that where she passes, each one she passes goes. Oh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, I smile, but she doesn't see. I watch her so sadly. How can I tell how I love her?
yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead at me. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, I smile, but she doesn't see. She doesn't see.